Здравствуйте, уважаемые любители настольного тенниса. Здравствуйте. В этом видео мы рассмотрим сетку-улавливатель от фирмы Milky Way. И попытаемся разобраться, какие у данного формата сетки есть достоинства, особенности и в каких ситуациях она просто незаменима. Ну что, познакомимся с ней поближе. Первое, что я отмечу, это ее мобильность. Четыре колесика, она очень легко двигается, можно переставлять. Вот, больше ширины стола. Конечно, косые мячи она не задержит. Вот, надо сдвигать, если отрабатываете какие-нибудь сильные там удары в один из углов. Но в целом, допустим, при тренировке подачи или начального уровня этой ширины вполне хватает. Что еще отмечу по комплектации? Собирается очень легко. В основном здесь идут такие барашковые гайки, которые легко закручиваются. Все очень качественно, с таким напылением, все металлические детали. Ну, то есть очень добротно сделано. Отмечу также саму эту сеточку. Она провисает и довольно хорошо улавливает мячи. Они скатываются вниз. Внизу есть такое отверстие, которое можно открыть, можно закрыть, зависит там от количества мячей. Если его открыть, можно мячи сразу скатываются в коробку, и потом можно взять и сразу загрузить, и дальше повышать интенсивность тренировки. Вот. Сейчас мы попробуем продемонстрировать возможности, которые можно делать с этой сеткой. Кто-то хочет обыграть китайцев, а кто-то достигнуть мастерства и выполнить первый разряд КМС или мастера. Безусловно, для этого необходим и соответствующий инвентарь. Основания, накладки, спарринги, возможно, робот. А возможно и такая вот невзрачная вещь, как сетка улавливатель. Потому что он очень сильно повысит интенсивность тренировок. Неважно, как вы играете. Подачи, спарринги, тот же робот. Мячи быстро собираются, вы снова приступаете к следующему заданию. Безусловно, она не добавит вам уверенности или смелости во время матча. Но в то же время с помощью нее вы можете отработать различные технические элементы или даже придумать какие-то новые технические элементы. Также стоит отметить мобильность, компактность данного вида сеток. Она поместится практически в любой зал. Я думаю, даже дома найдется и место. Ее удобно ставить, ее нужно фиксировать с помощью специальных креплений. А за счет простоты конструкции, я думаю, очень сложно ее будет поломать. Сергей, насколько я знаю, ты коллекционируешь сетки-улавливатели, это правда? Да, я их просто обожаю. До новых встреч! С вами были Сергей Барановский и Максим Чередин. Увидимся!